Вот, давайте плачем. Где вот здесь? Для этого цветочка я использовала фрагменты. Покажите, пожалуйста. Вот фрагменты валяния. Когда я вот обучалась еще на первых порах, вот такие фрагменты у меня остались. Из них я вырезаю разные там украшения, цветочки. Милочка, клади сверху нитки, пожалуйста, чтобы нитка завалялась. Нитка здесь махеровая. Я технологию у одной девушки на ютубе увидела. Спасибо ей. Это очень интересно. Можно с ребенком делать. И подарком можно надарить. Можете открыть свое производство шарфиков. Милочка, на пустое место клади. Где я запилила, маму. Поняла. Где клеенка, поняла? Хорошо намочили вот пульверизатора, очень хорошо. Вот. Потом у вас получится, когда вы уже примеритесь, один-два шарфика сделать. И намочили сеточкой, чтобы рисунок никуда не делся. Милочка, спасибо, уже не надо мочить. Все, намочили. Потом мы возьмем вот эту машинку для шлифовки. Возьмем машинку для шлифовки вот такую. И пройдемся вот таким образом, включим и каждый сантиметр пройдем. Но я прохожу с одной стороны раза три и с другой стороны раза три. Потом покажу вам дальнейший процесс.
Я закрутила шарфик вместе с пленкой на скалку. Ой. И вот так вот я заваливаю. Еще немножечко. Так. Вот. Теперь я это сейчас разверну. Еще кое-что проделаю на ваших глазах. Ну, конечно, не на ваших глазах, а на столе. Но это шутка, в общем. Вот. Теперь я вот эту пленочку сниму. У меня тут она кусочками. Вот так заверну этот шарфик. И немножко я его пошвыряю. Так. Сейчас мы тут найдем конец. Вот. Вы видели, как все начиналось. Да, это очень прекрасный процесс, который лечит, я вам честно говорю, любую депрессию. Ну, конечно, спина побаливает, если у кого она больная, но можно приобщить детей, мужей, бабушек, дедушек. Все, сейчас я пойду его прополосну, покажу, как я в полотенце это отжимаю. Разложили шарфик аккуратненько. Это у нас, видите, изнаночная сторона, это у нас лицевая, да? То есть у нас односторонний шарфик. Ну, хотя, если так он будет, тоже, в принципе, он неплохой. Стирала я очень аккуратно, я просто всю... Вода же мыльная была, которую я брызгала. Поэтому я аккуратненько просто так полоскала. Ну, я его с ним бережно, понимаете? Это нежная, аккуратная вещь. Потом вот так вот я сейчас все заверну, тихонечко так рассушу. Вот. Видите, все держится отлично. Пока у меня не было этого аппарата, я делала руками. Все. То есть приглаживала вот так вот, гладила, помыла, очень легко гладить. По сеточке делала шарфики без аппарата. Так. Мила наела тут печенье. Так, потом так тихонечко сушу. Вот. И, конечно, когда он полностью высохнет, он уже обретет свою окончательную форму. Вот, сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, он еще не до конца высох. Вот такой нежненький, симпатичненький шарфик. Вы сделаете, ну, за часик, за два. Кто быстро работает, может быть, и быстрее сделает. Чистая шерсть. Все. Носите нежный шарфик. Ажурный. Тепленький, он греет, потому что чистая шерсть. И если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, я тоже только учусь. Пожалуйста, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.